Всем привет! Показываю свои повседневные покупки с магазина АТБ. Салфетки. Потом вот такой вот мой любимый тостовый хлеб. Европейский. С высевками. Дальше по 24 гривны в акции местная лавка губернаторская колбаска. Свежая. Хлеб нарезной батон. Далее, пока в акции по 16,60 наш молочник с селянским маслом. А потом в акции по 23 гривны сыр Голландия, нарезные с кибочками. Так, не помню сколько, но недорогая пшеничка Артек. Очень вкусная вот эта вот крупа. Дальше захотелось йогурт. Это у меня чудо персик-абрикос около 12 гривен. А, попробовать взяла вот такие вафельки рошеновские. Молочные. Так, далее вот такое вот печенье Рошен. Сейчас он по акции, ну, не особо он дешевый. Так, 10 гривен, так 9 гривен. Мультикейк. Это просто упаковка помененная. Я их раньше брала. Сметанка маленькая. Это на творог славяночка обезжиренный, мой любимый. Так, и вот такую сметанку взяла, буду делать тефтельки. На около 12 гривен. Около 4 гривен вафли Артек пломбир. 2 кетчупа до сих пор в акции 5 с копейками. Так, молоко в акции 3,2% яготин по 15 с копейками. По 60 гривен тоже в акции куриное филе на шаряба. Потом ватные диски по 9 гривен в акции. Вот такая большая упаковка. И мужа на работу взяла Nescafe Gold, у него акции по 40 гривен. И 2 мивины около 4 гривен штучка. Так, ну вот и все мои покупки, за которые я отдала 299 гривен 72 копейки. Да, вроде все в акции, но что-то все дорого у нас. Все, всем спасибо за просмотр, всем хорошей недели и всем пока-пока. Покупка продуктов опять с АТБ, акции там сейчас проходят, очень выгодные. Например, вот мыло, вот такое Dove с инжиром, стоит оно около 20 гривен, в некоторых магазинах подороже. Сейчас 13 гривен в АТБ, так что классная цена. Также в акции сыр российский по 20 гривен, Славия. Так, в акции вот такие вот вафельные батончики вкусные, Джек. А стоят они около 30 гривен, так по 20 гривен они. Так, дальше салфетки, яйца около 16 гривен такие, пол украинского. Немного взяла вот таких вот инжирных персиков, захотелось, потому что такие персики там по 25 гривен, но они очень дубовые. Так, дальше сливки. Вот такие буренка 10% и вот такие 10% простоквашино. Это в кофе. Так, и вот такая вкусная штучка. ВТБ, она самая дешевая, около 18 гривен. Это вот такая активия. Там есть банан киви, есть мята кокос, ананас и латте. Пробовала латте, латте мне понравилось. Те еще не пробовала, ничего о них сказать не могу. Около 18 гривен. Тут 300 грамм, 1,5% йогурт. Ну, в такой классной упаковочке приятно просто даже пить. Мне очень понравилось. Так, и сумма покупок у меня около 150 гривен.